структуру такую сделаем. Оторвем аккуратно. И сделаем полосочки. Можно примерно равно сделать. Можно и нет. Так, смажем тут. И первый проложим. Прокладываем. Снизу зажимаем. Вот так. Потом сверху кладем еще один. То же самое. И зажимаем. И так, покуда не пройдет вся нога. Таким образом мы создаем защитный такой покров. А лишнее вот здесь просто отрезать ножницами. И все. Вот у нас уже нога защищена. И теперь нам нужно сделать сюда какие-то когти. Как-то сделать их. Надо подумать. Ну, пришла очередь создать такие когти, лапки. Я сделал это так, если видно, то есть я взял вот такие запчасти, к ним приделывал такие коготки, из них же отрезал, ставил здесь, а сверху уже такие колбаски заостренные, и вот пару проводов вот здесь провел, и получилась вот такая хорошая лапка механическая. Сейчас мы ее сделаем. Первое, что мне нужно, это еще парочку вот таких зубчастей. Я их сразу же помещу в печку. Так, еще одну. Сам ключ как бы мне не надо, это такой деткостью отдает, а вот эти запчасти, они очень такие похожие на механические части. А когда они будут готовы, я вот сюда прилеплю и сюда, как и здесь. То есть это будет выглядеть вот так, а от нее уже буду ставить когти. А на эти когти уже сделаю такие более фактурные. То есть это основа, скажем так. То есть здесь ничего сложного, я не хочу на этом заострять внимание. Ну вот, после того, как основание готово, иголочки можно вытащить. Уже и так все держится нормально. Теперь осталось смазать это основание гелем и закрепить здесь уже такие хорошие. После того, как наш меч окончательно готов, настало время куда-нибудь его приткнуть. Ну, то есть мы сейчас с вами из куска алюминиевой фольги, не из фольги, начинаем формировать голову этого Василиска. Так как никто не знает, как он на самом деле выглядел, это дает нам возможность формировать его так, как нам заблагорассудится. Я использую, как всегда, тут клей термический. Мне таким образом легче здесь формировать у змеи сейчас скулы.
И так, покуда я не буду этим доволен. Очень хорошее сочетание фольги и клея. Она дает возможность формировать все, что угодно. Скорее всего, тела у змеи не будет. Будут выходить какие-нибудь трубки, такие остатки. Иначе слишком громоздко будет это все. Я думаю, что вот так уже, в принципе, голова. Я посмотрю сейчас. Да, пригвоздить таким мечом голову вполне. Тем более она немножко увеличится еще. Немножко. Процентов на 30 она увеличится. За счет того, что я тут буду делать всякие механические части. Так, теперь ножницами проткнем отверстие. И ставим сюда. Посмотрим, как это будет выглядеть. А выглядит это хорошо. Ну что ж, можем лепить начинать. То есть сначала я облеплю и запеку всю эту голову. Ну вот так я облепил пока. В общем, я вам скажу так, что это чистый фристайл. Я сам не знаю, что в концовке получится. Будем идти постепенно, то есть шаг за шагом. Тут что-то сделали, там что-то сделали, там что-то в голову пришло, здесь что-то в голову пришло. Ну, в общем, как-то вот так это должно выглядеть. Вот так. Пораженный в самую голову этот самый змей. Вот. Хорошо. Теперь начнем нашу голову оформлять. Намажем в центре. Тут. Башку. И сделаем следующее. Так. Я хочу сделать такой клинышек, вот такой. Почему-то мне кажется, что его надо сделать. Так как мы работаем в режиме фристайла, не удивляйтесь, если что-то мне придется в процессе переделывать. То есть я даже сейчас без почеркушек работаю, то есть напрямую. Вот так. А отсюда я уже поведу такие пластины бронированные. Сначала выведу что-то закрывающее общее с надбровьями такими. А потом уже начну лепить пластины различные. Поэтому мне надо, чтобы эта основа была твердая вначале. И я ее запеку. Так, из печки вышло. Теперь делаем такой треугольничек. И начинаем его сюда монтировать. Сразу и глаза показываю. Так. И с этой стороны то же самое. И дадим запечься. Следующий этап – это сделаем выклеванные глазницы. Вырежем такой клинышек. И вот здесь вот так сделаем. Так.
Вот так где-то должно выглядеть. Пустые глазницы. Теперь прокатаем лист. Сделаем текстуру. И нарежем вот таких полосок, чтобы, накладывая их друг на друга, мы смогли получить гребень сзади. То есть еще, если мы здесь так сделаем, так, то мы получим вот такую окончание, затылок вот такому получим, скажем так. Так, здесь наклеил две полоски. Сделал так, что у меня получились ноздри такие щелевидные. И сделал углубление для клыков. Потом поставлю сюда клыки. И будет такая гадюка-змеюка. Ну, а сейчас я хочу еще сделать подбородок здесь ей, вывести сюда такие шестерни, которые челюсть открывают. Ну, вот так пока. А потом еще здесь провести ряд заклепок. После того, как я запек это дело, тут поставил еще шестерни для челюсти и вот эту функциональную такую штуку. Похоже, чтобы было на челюсть. Так, ну а теперь пришло время уже обклеивать ее заклепками, придать ей механический вид. Этим я сейчас и займусь. А сейчас я сделаю такие гаечки с дырками, из которых потом будут шланги выходить на задней стороне гадюки этой. Вот так. Вот такие два. И можно сделать еще что-нибудь типа вот этого. Экономит время очень сильно. Купил в Англии. Ждал. Три недели. Ну, стоит того. Можно было, конечно, вручную, но, во-первых, такой четкости бы не было, во-вторых, очень долго. Да и рисунок такой получить вручную довольно-таки сложно. Ну, а теперь давайте зубчики поставим сюда, зубарики. Вот так. И сюда тоже. Будет уже у нас похоже на что-то хищное такое. Так, чтобы придать правдоподобность, я тут разорванное железо надел, чтобы смотрелось как бы так. Как будто воткнули, так бабунц. Так, тут у меня провода торчат из глаз. И сзади я сделал это кольцо. Что я следующее сделаю? Я сейчас возьму плитку какую-нибудь. И на плитке это все размещу. Дело в том, что я сделал толстые такие жгуты, которые буду изнутри делать, чтобы уравновешить, скажем так. Это мне поможет держать равновесие. Ну и вот отсюда тоже пару шлангов выведу уже туда. Ну вот после того, как я все соединил, можно начать уже и потихоньку красить. Начнем с меча.
и так далее. Ну вот, дорогие друзья, наш долгострой наконец-то закончился. Седьмое видео. Как видите, птичка теперь полностью готова, сидит на мече. Меч в голове этого Василиска. Ну, что я вам рассказываю? Давайте я вам поближе покажу. Ну, начнем с головы Василиска. Далее идет меч. Стимпанковский такой. Там лапы его держащие. И вот сам герой. Феникс, рожденный из полимерной глины. Ну и сзади он выглядит не менее импозантно. Вот такой. Если хотите, я покажу вам в круговую, как это выглядит.